Крым объединил тысячи успешных предпринимателей из России. В Симферополе состоялась встреча бизнесменов, где межрегиональная общественная организация малого и среднего предпринимательства «Новая формация» подписала соглашение о сотрудничестве с ведущими компаниями Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Тулы и другими. Это позволит промышленным компаниям развивать свой бизнес в Крыму и за его пределами. Рассчитываем, что будет достаточно эффективная коммуникационная площадка между предпринимателями, членами организации и сторонниками организации. Для этого у нас будут работать площадки, где будут представлены, там, образно говоря, визитные карточки членов организации с теми или иными направлениями бизнеса. До общего собрания можно будет их получить, позвонить по заинтересовавшемуся номеру, договориться после общего собрания на работу в коммуникационной площадке. Таким образом, мы рассчитываем, что будет очень много налажено бизнес-контактов. У новой формации много целей, но одна из глобальных – это увеличение ВВП страны, а также формирование образа предпринимателей через социальную ответственность. Когда органы власти и бизнес соединяются, я вижу, что это может дать помочь решить какие-то проблемы. Потому что я, скажем так, сам тоже имел отношение к госструктурам, да, я понимаю, что там иногда все быстро не происходит. Долго, муторно, непонятно, через какие-то миллион согласований. Бизнес – это из точки А в точку Б кратчайшим путем. Но при этом есть законодательная власть, которая, ну, иногда это не позволяет, потому что, ну, как, есть законы, да, нельзя просто из А в Б доехать, как тебе хочется. Есть закон. И как раз, мне кажется, вот эти форумы, они помогают понять друг друга.